Соревнования вышли на новый уровень. Впервые в чемпионате БГТУ имени Шухова по картингу к белгородским пилотам присоединились участники из других регионов. Заезды прошли на закрытом треке автоспортивного комплекса «Вираж», а сам чемпионат стал важным шагом к реализации нового масштабного проекта вуза. Подробности в материале Сергея Шрамко. Для Белгородского технологического университета традиционный чемпионат по картингу – это часть обширной программы развития технических видов спорта. Подтверждение прогресса соревнований по картингу, увеличение количества участников и приезд коллективов из других городов. 14 команд, в числе которых иностранные студенты технолога, а также представители вузов Курска и Орла. Всего порядка 70 пилотов. Уровень организации просто отличный. Действительно, занимались, видно, что делом своим занимаются профессионалы. Все машины подготовлены, безопасность на высочайшем уровне. Очень нравится атмосфера. На СК «Вираж» уже не первый раз. Были в феврале, участвовали тоже в подобных соревнованиях. Все здорово. Много эмоций. Для меня первый раз. Ну, адреналина такой. Очень-очень нравится. Делегации университетов Воронежа и Тольятти пока только зрители. И если город на берегу Волги – признанная автомобильная столица России, то, по словам самих тольяттинцев, Белгород уже можно считать столицей картинга. На мой взгляд, это один из лучших, а может быть даже самый лучший в России спортивно-технический картинговый комплекс. В этом отношении, наверное, нам есть к чему стремиться, потому что уровень, конечно, любительского картинга или прокатного картинга здесь на несоизмеримо более высоком уровне. Чемпионат БГТУ – отличный повод для обсуждения предстоящего чемпионата Российского студенческого спортивного союза. Белгородский вуз является инициатором этой идеи. Состязания соберут студентов, увлеченных техническими видами спорта, со всей страны. Масштабный чемпионат пройдет в три этапа. В мае – в Белгороде, в июне – в Рязани и в сентябре – в Курске. Подобное событие выведет любительский картинг на новый уровень, а БГТУ имени Шухова закрепит за собой статус центра технических видов спорта. И даже сейчас, на старте реализации нового проекта, представители Белгородского технологического университета работают на перспективу, продумывая дальнейшее развитие своей идеи. Были подключены и Ростов, и Нижний Новгород, у них тоже есть свои площадки, поэтому мы тоже будем с ним вести переговоры. Если не в этом году, то в следующем году мы расширим по числу этапов и по географии, постараемся тоже с ними посотрудничать. Важность прошедшего чемпионата БГТУ подчеркнул ректор вуза Сергей Глаголев, отметив серьезную спортивную составляющую соревнований и их значение для дальнейшего развития. Это небольшой кусочек из общей мозаики, которую мы складываем в своем университете. И это предшествие глобального события или глобальных наших мероприятий, касающихся развития технического творчества нашего. Сергей Глаголев отметил уровень подготовки иногородних пилотов, особенно выделив гостей из Курска. И тем самым предугадал итог состязаний. Лучшими и в личном, и в командном зачете стали куряне. Второе и третье места за командами из технолога. Сергей Шрамко, Евгений Цапков. Новости мира Белогорья.